Доброго времени суток, YouTube, уважаемые психологические комьюнити, и мы с вами снова находимся на сайте лаборатории психологического обеспечения научно-прикладного центра АКМЭ, а находимся мы с вами на странице 9.1 аудиопсихокоррекция. Здесь у нас появилась дооформленная страница, а именно добавилась вот такая замечательная, на мой взгляд, таблица, в которой указаны наши аудиофабулы, посвященные стрессу, вредным привычкам, актуализации здоровья человека, семейным взаимоотношениям, болезненным каким-то состояниям, болезням, потерям, смертям и так далее. Соответственно, здесь у нас это версии указаны в этой таблице, непосредственно уже готовых и записанных аудиофабул, и стоимость вот этой самой аудиофабулы для конкретного человека, для конкретных лиц, испытывающих перечисленные в этой таблице проблемы. Самое главное, что мне хотелось бы отметить, что любой человек, я думаю, ну мне так кажется, я могу, конечно, ошибаться, тут представлен полный спектр тех критических состояний, которые можно себе представить в обыденной жизни. Понятно, что жизнь она гораздо шире, она гораздо объемней, нежели то, что здесь предлагается. Но то, с чем мы работали в свое время и работаем на данный момент, когда к нам приходят люди, какие-то свои рассказывают истории, предъявляют какие-то жалобы и так далее и тому подобные вещи в семье, в плане здоровья и других каких-то вещах, мы на них реагировали понятным образом. То есть мы создавали те аудиофабулы, которые записаны очень-очень хитрым образом, с определенной частотой герц, определенными уровнями этих самых частот. И они непосредственным образом воздействуют на психику человека, на его мозг напрямую. Они неслышимы и неосознаваемы на уровне сознания. Они имеют очень специфический набор частот, эти самые аудиофабулы. И, соответственно, воздействуют непосредственно на ту проблему, которая здесь описана. Я прошу прощения, что повторяюсь, как бы пересказываю другими словами одно и то же, два раза уже пересказал, но мне бы хотелось, чтобы не было каких-то непониманий, недопониманий со стороны наших потенциальных пользователей. Я думаю, что тут можно найти то, что непосредственно вас может волновать, тревожить и так далее. По поводу частоты. Частота очень низкая, то есть там аудиофабулы содержат в себе, открывая некоторую тайну, можно сказать, технологию раскрываю уже в этом видео, частоты крайне низкие. То есть все мы с вами прекрасно представляем высокие частоты, да, то есть пищащий звук комара на высокой частоте, когда он не дает нам спать, да, то есть писк вот этот комариный, высокочастотный, значит, низкочастотный, гул моря, там шум трубы и так далее. То есть низкие частоты, воспринимаемые человеком в диапазоне от 17-20 Гц вниз и вниз и вниз и вниз по частоте, они как раз вот используются нами в этой самой технологии. Частоты уровня 5,5 Гц, 4,3 Гц, 7,5 Гц и другие. То есть от 20 Гц, условно говоря, и ниже. Вот эта технология, что представляет из себя в плане частот, то есть диапазон этих самых частот. И они нами используются. Мы проводили, если не сотни, не десятки, не сотни, а может быть и тысячи экспериментов по этому поводу. И знаем, как это воздействует на человека, какие частоты, какую активируют часть головного мозга человека, на что они воздействуют. То есть активируют они, успокаивают ли они человека. Мы это себе четко представляем и понимаем это. И предлагаем эту технологию, о которой говорил я ранее. Мы с ней работаем уже несколько лет, наверное, лет 6, 7, 8, наверное. Впервые мы с этим начали работать. И сейчас вот на данный момент, на 03.12.2019 года, мы ее предлагаем на общее обозрение. Суммы, в общем-то, незначительные, то есть они быстрее символически, я бы сказал, по некоторым моментам. Тут есть и 500 рублей, и 1000 рублей,
Но вы сами понимаете, это все копейки сущие, и уделить немного времени себе, своему здоровью за незначительную сумму, не покупая что-то там материальное, ну и это, собственно, тоже является материальным, только в некотором смысле оно воздействует на душу, если так условно говорить, на мозг человека, на его психику, нежели, предположим, какой-то афродизиак, наркотики там или еще какие-то лекарственные средства, препараты и так далее. Но это все, значит, мы еще об этом будем говорить, говорить и говорить. Перейдя по ссылочке по любой, вот допустим, мы смотрим 1.00009, настрой на позитив, легкое отношение к негативу, резко снять негатив, стремление не замечать негатива, понять и принять простоту жизни, принять простоту и сложность себя, и тем самым обрести покой, успокоение и так далее. Перейдя на эту страницу, мы с вами здесь видим, здесь будет дополнительная информация о этой конкретной аудиофабуле, той, которая изложена вот здесь. Настрой на позитив, легкое отношение к негативу, резкое снятие негативных проявлений душевного состояния своего. Вот так это все выглядит. Находится, еще раз повторюсь, на странице 9.1 аудиопсихокоррекция. Здесь тоже некоторая теория изложена на этой странице. Далее идут несколько видео, посвященных этой проблематике. Ну и вот уже как бы мы подходим к завершению вот этой самой таблицы аудиофабул. Понятно, что они будут развиваться. Тут обратите внимание, и мы уделяем этому особое внимание, то есть ведем это все, фиксируем. Тут разные версии. То есть одна аудиофабула записана нами неоднократно. Вот тут уже в данном случае версия 3 даже есть. И мы их перезаписываем, более-менее улучшая не качество записи как таковой, а именно внутреннего содержания этой аудиофабулы по низким частотам. Приобрести все это можно пока лишь единственным способом, а именно при наличии у вас на телефоне установленной программы от Сбербанка, Сбербанк онлайн. Ну, мне кажется, в России это, в общем-то, может быть не основной, но может быть и основной банк. И наведя свой сканер штрих-кодов, QR-кодов в этой программе, вы оплачиваете соответствующую сумму по той стоимости, по которой указано вот в этой таблице. То есть вот видно 100 рублей, 300 рублей, 2500, 3000, 3000, самая разная стоимость 3500, 300 рублей, 1500 рублей, стоимость различна. И с помощью Сбербанк онлайн это можно оплатить, и вы получите на свою электронную почту, или же, что точнее, наверное, ссылку получите на скачивание этой самой приобретенной вами аудиофабуле. На этом все. Благодарю за внимание и удачи вам!